Привет всем, Кухиоры, Хигаши и Ксеногерс. Ксеногерс. Да, феи нету. В общем, в прошлой серии нас убили. Неожиданно. Неожиданно, но убили. Бывает. Даже с нашими суперспособностями нас все равно иногда прибивают. Ну что поделаешь, бивает опять же. А нет, сначала, наверное, сюда зайти все-таки, спросить, не увидела ли она феи, а только потом идти уже. Что изменить состав команды, а? Вот реально, вот взять и изменить его, не знаю. Взять фея с собой. Не будет биться. Может быть, Рико вместо Билли. Ну, Гир лучше. Ладно. Ну, мы не будем читать, наверное, да, вот то, что сейчас будет, потому что, ну, как бы в прошлой серии было. Хочет, может, просто посмотреть. Ну, кто быстро умеет читать, я думаю, вполне все и так понятно. Просто побыстрее промотаем это время, чтобы приступить к бою уже. Этот бой бы был очень легкий, если бы этот гад не дал ему силу. Довольно-таки много сейчас будет разговоров, наверное, 5. Даже если мы будем их как-то вот так проматывать, все равно. Цитана нет, вот это, блин, это очень хреново, понимаете? Вот. Я хочу, чтобы был Цитан. Ну ладно, пускай будет Билли. Что я могу еще сделать, в принципе? Да ничего. Можно пропустить как-нибудь ролика. Нельзя, да? Ладно. В общем, это Рипер. Человек, с которого делают Рипер. Делают из людей монстров, подвергают жестокими экспериментами, а потом их как бы убивают, потому что это не люди. На самом деле это люди. Ну, мы это в этом убедились окончательно в этой серии и в прошлой серии. Хотя, ну, в принципе, до этого было понятно, мы догадывались, что так оно и есть. Что это люди. Дал просто чуть-чуть силы до этому гаду, мы его не можем убить. Какой же этот Гир сам? Ну, то есть с ним рано или поздно все равно придется сражаться. Какой же он, блин, очень сложный будет. Наверное, вообще жесть просто. Просто атакуем вот этими атаками, ну, потому что. Потому мы все равно его не пробьем, а тратить топливо не хочу. Ошибись, да? Бамс. 1000 урона. Не можем пробить. Ну
Ну когда они поймут уже, что мы не можем пробить, и типа начнут разговор. Когда отец Билли пожертвует собой, чтобы превратиться в пулю, которая пробьет барьеры эфира. Простите, пожалуйста. Не получается. Какой-то артефакт на экране был. Титан все это говорит, но, блин, он же не с нами бьется, то есть не в пати. Я бы лучше Титана взял вместо Билли. Ну, блин, 6-7, вот это вот. Жалко, что надо убивать этого босса, потому что еще 6 минут тогда вот на все разговоры тратить. Не очень хочется. Ну, конечно, не сложно просто. Вам одно и то же. Блин, Титан такой все знает. Странный тип. Как-то, знаете, подозрительный на самом деле. Жалко, конечно, но настоящий мужчина должен сделать то, что должен. Может быть, это его предназначение было, именно вот помочь нам убить этого босса. Кого, правда, потом будет Билли, знает, что он вот своим отцом выстрелил, как бы, но это уже будет после этого боя. После этого боя барьер уничтожен. Слишком поздно, Билли. Это оружие, которое использует пилота в качестве боеголовки. Что значит отец? О, боже мой. Так, ладно, что мы можем делать? X HP, Restored HP. 600 этого, да? Пока что нет. Что можем сделать еще? Так, бустер. Давайте бустер. Пока что бустеры, да, применять. Пока что будем бусты применять. Это вообще имбанутая хрень. Вот, честное слово, ну это имба. Имба просто. Смотрите, что он творит. Пока бусты. Так. Дальше атака. 600, хорош. А, подождите. Что у нас есть через спецу? Нет, подождите. ХП любому или только себе? Только себе. Давайте восстанавливаем. 580 мало, но хотя бы сколько-то. Подождите, так. Нет, не спешим. Блин. Ага, если надо, так, ладно, просто атака, значит. 400 слабоват, конечно. Так. Машин вообще нету ничего. Ладно, а так
Больше всего, наверное, будет 0. Да ладно. Хардснап. 1100, нормально. Так, пока что живем. Босс стебили подлечиться, наверное. Ну, кстати, еще успеет это сделать сейчас. Правда, нифига не останется топлива. Очень мало топлива, ладно. 750, хорош. восемьдесят, так себе. 600, нормально. Пошел сил, блин. Только выживи, пожалуйста. Очень больно. Очень больно. Хаб снайп. 1000 где-то, да? Да, 1100. А что, комбо нету, что ли, у нас? Ёпперный ты бабай. Спешл. ХП надо восстанавливать себе, хоть сколько-то, но надо. Алканчель. Так, атака. 600 еще, отлично. Атака. 0. Почему не комбо? Почему комбо не получилось сделать? Блин, потому что не с того начинаю комбо. Ёпперный ты бабай. Хард смеш, вот он. 700, нормально. Масс лимит хп хеллоу. Ну ёпперный ты стыд. Ладно, пока жуем. Дабл снэп. Так, еще 600. ХП надо восстанавливать, ну а что еще делать? Что-то за спешл атак. Ага, рестор ХП. Ну да, да, да. 3000, нормально, так. Давай по... Нет, не побили, пожалуйста, не побили, ёпперный ты бабай. Ладно, но все равно нет выбора особого. Стреляем. 700, так. Хард смеш. 750. Сдыхай ты уже, хард снап. 1100. Топливо кончилось. Нахрен кончилось топливо. У меня нету возможности применить что-то еще, топлива нет. Давай, бомберхед, давай, давай. Давай, мочи его. 1300, хорош. Сотня, мало очень. Change, change. Сил, пожалуйста, только не побили. Да ёперные тесты, били минус. Ладно, все, живем, пока живем, или лечим. Пока живем, так. 180, мало, мало, мало урона. И опять это, блин, дикая хрень, которая по 1500 всем отымит, блин. 2000. Ладно, Hard Smash, надо пытаться добить как-то. Лечения не особо времени нет. 700, мало. Да ежешь! Минуснули, минуснули, козела. Фух. Совсем чуть-чуть били, не дожил-то, а? Опыта не получит, а? Жаль. Ед циркут. 30 000 денег. Ну, отлично.
Папа. Ну, я говорил, что после боя... Билли, я не думаю, я не должен был этого делать. Нет, ты не виноват. Это лучший способ увидеть отца. Ты прав. Спасибо, сынок. Папа? Старик, ты в порядке? Лучше тебе поверить. Я не оставил в покое этот мусор. Я его улучшил. Ой-ой-ой, мы больше этого делать не хочу. Но если говоришь об Аде, то я очень удивлен, что такая атеистичная личность, как ты, веришь в загробную жизнь. Ох, так ты слышал? Это было проклятие. Разве для него это не подходящий конец? Это определенно в твоем стиле. Папа. Прим. Прим, что ты сказала? А, Прим? Па-па. Ха-ха, ты слышал? Кажется, проблемы и примеры были решены. Ха. Прим заговорила. Прим только что заговорила. Эй, Прим, а теперь скажи мое имя. Скажи, Билли. Ну, все хорошо, что так хорошо кончилось. Никто не умер, а мы всех победили, да? Ну, вернее, умер он. Наш враг тоже когда-то был человеком. Джесси, а как же это? Они полностью опустошили нас. Эта банда перешла от плохого к худшему. Как ты думаешь, разве сейчас не подходящее время для того, чтобы рассказать своему сыну правду, приятель? Ты ведь не просто так здесь болтался, чтобы пить и драться, не так ли? Я уверен, что он хочет знать, что ты задумал. Правда, Билли? Да, это значительно бы улучшило мое самочувствие. Я знаю, как бы мне все время беспокоился мой отец, но я еще пока не разобрался со своими чувствами. Что ты имеешь в виду? Я очень рад, Прим. Теперь она может говорить, но она только все время зовет отца. Но я все время заботился о ней. Что с ней такое? Успокойся, Билли. Я уверен, что она просто стесняется. Она скоро тебя начнет звать. Моя дочь даже не называет имени своего отца. Слушай, старина, а почему ты работал все это время один? Этого нельзя было избежать. Но теперь мне, наверное, понадобится твоя помощь. Хорошо, я расскажу тебе больше. Пойдем в оружейную комнату, чтобы немного выпить. Может быть, хватит вам пить, товарищ? Когда я был в Солярисе, я узнал о секретном плане. Узнала? Это был план Малахэм, и он проводился под руководством Криллиана. Чтобы выполнить план, много ягнят было собрано Этосом, чтобы сделать их подопытными кроликами. Вернее сказать, чтобы сделать их риперами Велса. Джесси, поскольку мне были противны методы Соляриса, я решил дальше расследовать это дело. Я узнал, что главный ученый плана М перенес все истинные данные о нем в тестового робота. Потом позволил этому тестовому роботу сбежать вместе со своей дочерью, чтобы правда не вскрылась. И это, я боюсь, была последняя информация, которую я получил. Из-за того, что я узнал, я опустился на поверхностный мир. И там я прятался вместе со своей женой Рошелью и сыном Билли. С тех пор я разыскиваю того робота и девочку. Джесси, наконец я выяснил, что дочку ученого и робот могут быть в Шивате. Все это хорошо, но я не знаю, как добраться до этого места, или хотя бы с ним связаться. Шиват защищен таким крепким барьером, что даже Солярис не может ничего с ним поделать. Так что можно сказать, что ничего нельзя сделать. Мне всегда не везет. А девушку случайно зовут не Мария? Ох, вы двое в порядке? Разве вам не нужно еще отдыхать? Агент Шивата. Да я теперь могу стоять и говорить спасибо. Я тоже в порядке. Мария, да. Если я правильно помню, то ее отца звали Николаем. Этого я не знаю, но я слышал сплетни о роботе и девочке. Это наверняка они. Это значит, этот гигантский робот находится в Шивате? Так, как нам попасть в этот Шиват? Существует ли способ связаться с этим местом? К сожалению, с тех пор, как меня схватили, я тоже утерял способ связи с ними. Понятно.
Может, такой способ и есть. Изначально Шиват находился на вершине Вавилонской башни. Говорят, что на вершине этой башни находится средство связи с Шиватом, если она все еще существует. Велика вероятность того, что средство связи было уничтожено. Особенно если учесть тот факт, что башня была запечатана, это сам. И снова впал в пессимизм, старина. Просто я реально смотрю на вещи. И не так много пью. Кажется, у нас нет другого выбора, как попытаться туда пробраться. Пока существуют ворота, мы все равно не можем избежать влияния Соляриса. Меня также беспокоит их секретный план. Настоящий секрет в том, что они используют людей с Земли. Но что-то я не совсем понимаю. Секретный план, участие Этоса и так далее. За кого у нас людей, обитающих на поверхности, принимают этот Солярис? Извини, я совсем забыл, что это твоя страна. То, что делает моя страна, никак не связано со мной. Я сама решила, что с ней происходит что-то не то, и перебралась сюда. Так что обо мне не беспокойся. Нам нечего терять, поэтому давайте попробуем туда пробраться. Мы должны выяснить правду об этих документах, найденных в штабе Этос, и о том, что сказал отец Билли. Я должна отправиться в Шиват по своим личным причинам. Сейчас самое лучшее время, да? Давайте скорее отправимся к Вавилонской башне. Ну, такая пати у нас будет. Исис. Билли, Элли, о, Билли, Фея, Элли и Док. Ты вернулся? Ну, что-нибудь нашел? Да, я заполучил целую колонию наномашин. Как плохо. В любом случае, проект М идет по плану. Нам нужны высшие тела и слуги. Мы провели здесь уже слишком много времени. Мы не можем себе позволить ошибаться в конечном назначении этой новой цивилизации. Они существуют из-за своей. Вы предали свою мать, своего создателя, чтобы поддержать свое собственное эго. У вас нет права так говорить. Это было глупо, это было в прошлом. Там мы были загнаны в эту проклятую плоть, но сейчас все по-другому. Я не буду подчиняться вашим приказам. Ты уже давно утратил свою плоть, теперь ты являешься лишь данными в Сол 2000. Ты разве забыл, кто тебя там оживил? Может, для человека ты и вечен, но для бога ты всего лишь один миг. Мне не стоит колебаться. Ну что ж, все интереснее и интереснее, да? Ну, на этом мы заканчиваем очередную серию прохождения. Всем большое спасибо. С вами был Апскохиро Хигаши. И всем пока-пока.